Друзья, привет! Фикс Прайс, энтузиастов 33, Санкт-Петербург. Прогуляемся по магазину, поищем новинки и полезные товары. Вторая часть будет из магазина Леруа Мерлен в Лондон Молл, Санкт-Петербург. Приятного вам просмотра! И вы только посмотрите, начали оформлять стенд ко Дню Защитника Отечества. И первая новинка – это подставка для телефона, называется «Космонавт». Посмотрите, космонавтики по-разному стоят. Сделано из полирезин, и цена 116 рублей. Тяжеленькие. А это интересная и полезная новинка, по-моему, очень нужная. Это точилка «Космонавт». Имеется контейнер для стружки, отверстие для карандаша, переключатель режимов, рычаг для заточки карандашей, антискользящее покрытие снизу, два режима – острый грифель и скошенный грифель. И цена такой точилки – 199 рублей. Мячики антистресс, мячики для разных игр, и футбол, и баскетбол, и волейбол по 55 рублей. А это обложка для паспорта из серии «Электроника». Выбор большой, покажу вам парочку. 99 рублей. Еще мне понравилось в виде кассеты. Калькулятор сделан в виде приставки игровой. Работает от батарейки, которая есть в комплекте. Состав сталь, силикон, стекло, пластик. Посмотрите, какая классная. И стоит 174 рубля 50 копеек. Гелевая ручка антистресс, самолетик. Пропеллер крутится. Синие чернила, 99 рублей. Ручка антистресс с мячиками. Тут мячики для разных игр, даже для регби есть. 59 рублей. Посмотрите, какие классные кружки. Называются «Бородач». 350 миллилитров. Это фарфор. Кружки разные. Есть «Бородач» в очках. Есть без очков. И бороды разные. Цена 99 рублей. Товар прошлого года продается со скидками. Может, кому-то интересно. И посмотрите, сюда также приехали кружечки с мордочками животных по 99 рублей. И вот такие огромные кружки с надписями 124 рубля. Кисточки кулинарные, силикон и полипропилен, три расцветки, 49,50. Это новая серия. И лопатки 43,50, три расцветки. Тарелки и кружки из новой серии также здесь имеются. Два вида. В этом магазине есть три вида электронных кухонных весов. Весы со съемной чашей, 249 рублей. Наверное, летом, по-моему, привозили. Вот такие электронные весы. Тоже старый завоз, 299. И вчера, который вам показывал, также есть. И опять новинка. Это светодиодный светильник. Называется «Волшебный шар». Работает от батареек от трех, которые есть в комплекте. Светится шар разными цветами. Вот нашла волк на горе, медведь. В общем, вариантов очень много. Некоторые я просто не узнала, что это, кто это. Состав: стекло, полирезин, ПВХ, полипропилен. Срок службы светодиодов 15 тысяч часов. Производитель Китай. Вот достала волка. Симпатичный. 199 рублей. Гравюра для рисования, 4 листа, 4 разных дизайна. Скребок входит в комплект. Раскрашивайте только серые участки картины, сохраняя черный контур. Ну, все указано здесь, что и как делать. Нашла несколько вариантов наборов. Цена 79 рублей. Давай еще.
Еще классная новинка – игровой набор «Тактильные мячики». В наборе 6 мячиков разной формы для развивающих занятий с ребенком. Рельефная поверхность мячей способствует развитию мелкой моторики и сенсорного восприятия. Развивает хватательный рефлекс, способствует изучению цветов и форм. Вот так они выглядят. Они еще издают писк. Пищат по-разному. Цена 249 рублей. Креативный блокнот 80 листов закрывается на магнит. Обложка сделана из полиуретана, она очень мягкая и толстая. Покажу вам все дизайны, что я обнаружила. 199 рублей. Все красивые. И еще новые блокноты, 96 страничек, и внутри крупная клетка, белые листы. Также обложка из полиуретана, мягкая, толстенькая. Цена 299 рублей. Появились большие ящики для хранения с перфорацией. Имеются две ручки и очень глубокая крышка. Я не смогла достать ни один ящик и не узнала даже какой объем. А цена 349 рублей. Очень приятные расцветки и такой плотный крепкий пластик. Коврик для ванны 40 на 60 сантиметров. Короткий густой ворс, прорезиненный низ. 149 рублей, все серого цвета. Мы поступили подставки кристалл. Черные, золотистые и светло-серого цвета, прозрачные, можно сказать, 59 рублей. Мочалка для тела 30 на 90 сантиметров, очень-очень жесткая. Я такие всегда покупаю, 55 рублей, расцветки в ассортименте. Также поступили носочки с котиками, я вам показывала, по 79 рублей. И махровые носки, тут то ли с барашками и еще с какими-то животными. 116 рублей. Детские варежки с мордочками по 149 рублей, очень толстенькие и пушистые. А теперь прогуляемся по Леруа Мерлен, который находится в Лондон Молл, Санкт-Петербург. Походим по магазину, поищем новинки, симпатичные товары. Приятного просмотра. Коллекция появилась. Вот такая ваза стоит 1800 рублей с деревянным основанием. Так, а здесь такая вазочка стеклянная. 598, 342, ну вот такая. Тяжелая, 1676. Вазочка фигуристая, 997. Свечи, столбики, 124, 344. Так, искусственное растение, 253. Вот такая ваза. Стекло, 978. Набор ароматический. Вот такой вот. Тут свеча и сухоцвет. 318. Вот симпатичная ваза. 1132. Симпатичная. Зелененькая. С золотым верхом. Стоит 1496. С перламутром. Отливом 548. Я видела где-то фамилии. Стоит 478 рублей. Дальше. Вот такая ваза. Стекло перламутровое, 728, 488. Так, это волк, по-моему. А это лиса. 991 со скидками. Такая ваза. 1371 и вот такая симпатичная, 997. Вазочка, вот такое стекло с объемным рисунком, 738. Растение искусственное, керамический горшок, 253. Вот такие вазочки стоят 298, 888, объемный рисунок,
И такая 892. Диффузоры по 633 рубля. 50 миллилитров. Разные ароматы. Вазочка такая зелененькая, маленькая. 348 рублей. И ароматическая. В таком натуральном кашпо. Сама она керамическая. 326 рублей. Хорошенькая. Цветочки хорошенькие. Здесь 354. Вот в такой ткани. Натуральный. Маленький 378. В керамическом горшочке. Вот в таких, как в кружечке, 383. Вот такие 141. Вазы вот такие. 1197 1327. Плоские. Такая новинка. Тяжелый стакан с лицом 335. Дозатор для жидкого мыла 465. Так, мыльница 330 рублей. Новинка. Стакан 730. Емкость для ватных дисков 980. Дозатор 930. Мыльница 494. Корзин. Три штучки разные. А размера 1066. Вот такие размеры. С подкладкой. Аккуратно, конечно. Есть серого цвета. Две штуки. Вот размеры. Похоже на хлопок. Такие аккуратненькие. 924 рубля. Друзья, спасибо вам большое за внимание. И вчера мы ездили на Заячий остров, Петропавловскую крепость. Мы обязательно должны были там быть. Там был выстрел полуденный с Нарышкина бастиона, посвященный годовщине прорыва блокады Ленинграда. Мы каждый год в это время бываем там. И я вас приглашаю послушать полуденный выстрел, посвященный такой дате. Да и вообще прекрасная погода. Мы любим такую погоду. Начиналась метель. Было холодно, но не очень. Градусов 12 мороза. Нормально. В общем, идем, бежим, спешим на полуденный выстрел. Thank you.
Саша, держи. Саша, держи меня. Саша. Ну, давай. Друзья, конечно, когда находишься там, и выстрел прямо над твоей головой просто сносит голову. А потом мы направились в Петропавловский собор. И в этот раз мы попали.